Украина поднялась в рейтинге экономической свободы, но тем не менее ее показатели самые низкие в Европе. Об этом сообщает американский аналитический центр Heritage Foundation. По итогам прошлого года Украина улучшила позиции по 8 из 12 показателей. В частности, улучшилась ситуация с инвестициями. В то же время Украина занимает самое низкое место среди 44 стран в Европе, а ее средний балл ниже аналогичных мировых показателей. Авторы рейтинга также отмечают коррумпированность судебной системы в Украине.